Праздничная атмосфера уже царит в нашем городе. Дети спешат на утренники, взрослые гуляют на корпоративах, а в субботу все пришли на традиционный ежемесячный розыгрыш. У торгового комплекса собралось огромное количество обладателей новой мебели. Здравствуйте, здравствуйте! Что ж вы так не здоровьтесь-то, Снегурочка? А давайте дружно 3-4 все вместе! Вот, сразу настроение повеселее стало. Ну что ж, ждали вы меня, наверное, сегодня? Участников розыгрыша, как всегда, ждали призы и подарки, но сначала их поздравил главный герой новогодних праздников. Ну на свете самый добрый праздник, самый классный праздник какой? Новый год! Правильно, а любой Новый год не обходится без кого? Дедушка Мороз, выходи, ждем тебя! Слышите, где-то едет Дедушка Мороз? Давай скорее сюда к нам! Ну тогда давайте, друзья, немножечко потанцуем. Но прежде чем потанцевать, нам нужно немножко размяться. После разминки настало время получать призы, которых было больше, чем обычно. Новогодний розыгрыш щедр на подарки. Итак, внимание, смертельный номер. И опа! Сейчас мои мужички сразу так. Ребята, смотрите, какая большая, хорошая компания. Началось! Вооружайтесь тюбингов. Вообще, это головной убор, если честно. Он единственный, кто не верит, ребята. Так, подожди, Артур. Мы должны это устроить. Кто сможет всю елку зафотографировать? Номер 9142. Никто не ушел с пустыми руками. Конфеты и мандарины достались всем участникам. Кто-то стал обладателем новой техники, а вручение главного праздничного атрибута оставили на закуску. Вы знаете, я подозреваю, через мгновение 100 человек сделают одно знаменитое движение. Фу! И только один будет подпрыгивать в радости. Поэтому мы с Дедушкой Морозом, со Снегурочкой, с Ритой хотим с удовольствием вас сейчас, пользуясь случаем, поздравить с наступающим Новым годом. Прошел очередной розыгрыш, мы счастливые, столько людей. Тюмень любит этот праздник, и мы обожаем наших мебелеградских клиентов. Ребята дорогие, всех тюменцев поздравляем с наступающим Новым годом. И желаем, чтобы вот мечты не сбывались, чтобы милые люди смотрели глубоко в глаза и были рядышком. А вы просто заходите к нам в Мебелеград. У нас мандариновое настроение, у нас вообще весело всегда. До встречи в следующем году! Для участия в следующем розыгрыше просто приобретайте мебель. И за каждые 10 тысяч в чеке получайте купон у администратора. Следующий розыгрыш состоится 28 января. Разыграны будут ноутбук, микроволновка, йогуртница, электрочайник и 5 горячих призов. Ну а главные подарки будут разыграны чуть позже. Не пропустите это событие. Главных призов теперь будет целых 2. В марте мы разыграем сертификат на отдых номиналом 100 тысяч рублей, а в августе будет разыгран автомобиль Renault Captur. Мечты сбываются. Главное верить. Вдруг в следующий раз повезет именно вам.